И сегодня огонь универсиады добрался до столицы зимних Олимпийских игр 2014. Эстафета проходит в Сочи. Ожидается, что пронесет капсулу по улицам. 21 факелоносец, каждый преодолеет по 200 метров. Среди них видные российские спортсмены. Эстафета огня набирает скорость почти каждый день. Капсулу встречают в новом российском городе. Уже завтра он переместится в Ростов-на-Дону, а в Казани появится лишь 6 июля. Напомню, до старта универсиады 42 дня.